Всем доброго времени суток. Я опять со своим диваном любимым. В дом мне так и не удается ехать, жить. Ну, начала потихоньку здесь начинать творить. Покрывало я вам показывала, подушки я вам показывала, бахрому к подушкам я наконец-то пришила. Не помню, показывала или нет, с бахромой. У нас здесь вот пополнение, двух щенков уже забрали, поэтому, видите, мы тут все в семейных хлопотах. Ну и, в общем-то, здесь пришлось бахрому завернуть. Она есть, но ее пришлось завернуть от щенков. Рассказываю. Готовлю подушки на дом. Эти подушки я просто обшила. Трикотин в рубчик. В секонде брала. Попался. Дешевый, в общем, как раз одного куска хватило на две огромные наволочки. Это две огромные гусиные подушки. Ну и вот ягодка на тортики, посмотрите. Два куска у меня было ткани. Мне нужно было как-то это... Ой, извините. Нужно было как-то это обыграть, потому что они совершенно разные. Это плотный гобелен. Он такой немного, как знаете, как джерси такой вот. Видите? Такой там идет тканевый переплет интересный, лен. И вот такой у меня был кусок вельвета мелкого. Это все я брала в секонде, вот просто отрезай куски ткани. Побольше, поменьше. Тихо! Вы мешаете мне, саранча, общаться. Извиняюсь, все в кучу. Есть хейтеры, которые потом, причем здесь ваши собаки, еще что-то. Ну вот, причем, при том, что это моя жизнь. Продолжаю, ребяточки, продолжаю. И, в общем-то, я, посмотрите, как сделала, чтобы немного соединить эту мысль, чтобы не резать весь кусок, ну, то есть не кромсать, и как-то сочетать несочетаемое, соединить. В общем-то, я решила сделать вот так. Вельвет сделала с заходом на подушку, но так как пришлось еще и переделывать, потому как все делаю на глаз, может быть, не может быть, а так и есть, неравномерно распределила кружево. Ну, не могу сказать, что это очень сильно бросается в глаза или как-то портит мою подушку интерьерную. Вшила замок, замков у меня целый мешок всевозможных. Все мне отдают все, что кому не надо. А у меня пригождается. И, в общем-то, я вставила здесь замочек. Сделала переход вельвета как бы на лицевую сторону. И пришила кружево. Но так как сделала слишком длинноватую ее, пришлось срочно пороть, потом вот это чуть-чуть обрезать. И, ну, немного неравномерно получились кружево. Ну, в общем-то, не могу сказать, что это очень сильно испортило мою подушку. И, в общем-то, надо же куда-то девать подушки. А одевать их некуда. И вот теперь они у меня вот таким образом на диване стоят. Зато очень удобно на пол кинуть. Посидеть на подушках, там у нас собачий туалет, приучаем детей к пеленке. И когда я спускаю детей, вот выпускаю из клеточки, я их туда отправляю только спать, видите. И у меня вот такие вот детки, мы садимся на пол. Это у нас девочка, которую я себе оставляю, Дотя Василинина. Повернись, малышка. И вот теперь у нас такие подушки. Для сидения на полу, для лежания на диване. Подушек у меня, как всегда, тьма тьмуща. И, в общем-то, видите, по цвету и сюда сочетается, и вот сюда сочетается. Везде сочетается. Василина не может терпеть, чтобы ее дети были без ее внимания. Нам уже полтора месяца. Василиночка, ну дай. Вот такая у нас любовь. Всем хорошего дня, вдохновения и чудесного настроения!